Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарно Дайам Гопижано Самаюктам Бриндаваном Манохарам Ванча Калпатару Васчаки Пасинду Бевача Патитананг Павуне Бхавишна Вибхио Намо Намаха Муканкароти Вачаланг Пангунланг Хайтигирим Ядки Патаманг Ванде Парамананда Мадвам Бриндавай Тулсиде Пай Пиявай Кесава Сача Шна Бхакти Паде Деви Сатта Баттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Нарунчайва Нароттамам Девинг Сарасватинг Весам Тато Жайо Мудирай Шанкиртане Кришна Катопадеше Гаурия Патрашва Пракасанеча Шадануракта Гуру Бхакти Юкто Бхакти Прамодакша Джагодваруйну Дейям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Титхас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Бхитаттихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаранаравиндам Джатпада Паллаванакачандамани Чатая Бишпуриджи такима пигабавадушвадарши, Пурна нурагра сасагра сарамурти, сарадхикамай кадакимам кроши. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Сиаддайта гададхара сивасадихи гаура бхактавинда, Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Сиаддайта гададхара сивасадихи гаура бхактавинда. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Аджану ламбита бхужау канука бодато, Шанкиртанай кавитару камала ютакшо, Вишамбару дижавару югадхарма пало, Банде жагат приякару, Каруна бхатару, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе, Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам, Сура Сурайр Бандито Дипа Рупам. Бхуктин ча муктин ча дада синиттам Бхавану рупенна сада наранам Ганга таранга раманиа жата калапам Гаури нирантара вибуши тобам бхагам Нараяно прияманга мада пахарам Баранаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджушва Бадане Лакшмир Джасача Бхакшаши Ясястихиде Самбихир Твам Нишингамахам Бхаджи Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Janasya Krishna Dvimukhasya Daivad Adharma Silasya Sudukhitasya Anugrahaye Ho Charanti Nunam Bhutani Bhavyani Janardanasya Janasya Krishna Dvimukhasya Daivad Adharma Silasya Sudukhitasya Anugruhaye ho charanti nunam bhutani bhavyani janardanasya Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Jagadguru told with material brain prapanchik buddhi Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что материальным умом прапанчик будхи, если мы пытаемся что-то судить о том трансцендентном мире, то это огромная ошибка с нашей стороны. Шрила Прабхупада сказал, что с материальным умом, материальным интеллектом прапанчик будхи, если мы будем высказывать какие-то оценки в адрес трансцендентного мира, то это глупо с нашей стороны. Это невозможно. Бхагаван Шри Кришна посылает своих спутников в этот материальный мир, чтобы спасти обусловленных душ, которые находятся здесь. Те, кто всегда заняты какими-то материальными греховными действиями, не задумываются о том, чтобы совершать харибаджан. И вот, чтобы спасти их. Не следует адхарме, занимаются греховными действиями, и чтобы спасти их, гуру вайшнавы не приходят. И в то же самое время они хотят утвердить бхакти внутри нас. Они хотят, и Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал Джагадгуру, что Шрила Мадхавендра Пурипад, что это основа, главная колонна Гаудия Бхаджана. Мадхавендра Пурипад подобен колонне Гаудия Бхаджана. И вот можно спросить, почему. Мы знаем Гауранга Махапрабху, он главный. И какие-то демоны, они говорят так, те, кто демоны иногда такие находятся в каком-то гаудийском обществе, нельзя сказать, что в гаудимасе, просто в каком-то обществе, и вот они говорят то, что от Гауранги Махапрабху это Гауди Сампрадая началось, и у нас нет связи с Мадхвачарьей, но это все глупо, только демоны так могут заявить. Если посмотреть на умонастроение таких людей, на книги, которые они пишут, то можно видеть, что они майявади, хотя носят одежду преданных, одни демоны. И проповедовать пытаются так, но у них нет связи, и говорят, что у нас нет связи с Мадхвачарьей, что наша сампрадая началась с Гауранги Махапрабху. Но они забывают, что Баладеви Дабушан, Шрила Бхактивинода Тхакур, Шрила Прабхупад, Шрила Кешава Госвами Махарадж, кто нет, все. Все принимают, принимают то, что у нас есть связь с Мадхвачарьей. Не то, что Мадхавендра Пурипад, он
принял дикшу, у Мадхвачари нет. Мадхвенду Пурипа. So, ultimately, Баладева Дивибхушан was also in Мадхвачарья Гуру. Баладева Дивибхушан тоже был в преемственности Мадхвачарьи, и после того, как принял... И вот, в общем, Шрила Бхактивинода Тхакур подтверждает это в читании Шикшамрите. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, те, кто игнорирует нашу связь с Мадхвачарьей, такие люди – демоны. У них нет связи ни с каким Гауди Мадхом. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит так. Они попали под влиянием Кали. Шрила Бхактивинода Тхакур, он пишет, что они шпионы Кали. И таким образом, те, кто отвергают нашу связь с Мадхвачарьей, такие люди, они шпионы Кали буквально. И я однажды могу обсудить то, что все четыре сампрадаи, Вишнусвами Нимбарка, Шри сампрадая, Рамануджа сампрадая, Мадхвачарья сампрадая, эти все четыре сампрадая, они авторитетны, в этом нет никаких проблем. И вот, но все же, но в этих сампрадаях есть какой-то недостаток сиддханты, и Махапрабху хотел взять эти все сиддханты из всех сампрадай, чтобы выразить им почтение, и то есть он, подобно пчеле, собрал суть всех сампрадай. И вот он собрал эту всю сиддханту, взял лучшее из всего и представил нам Ачинтья Беда Ведататву. И таким образом Гуранга Махапрабху И вот с другой стороны, нельзя сказать, что сиддханта этих четырех авторитетных вайшнавских сампрадай не закончена, не полна, то это тоже оскорбление с этой стороны. Шрила Прабхупада, Чайтанья Мадхи, можно видеть, что там есть мурти четырех ачарьи в честь их, для того, чтобы выразить им уважение, они представлены в этом Чайтанья Мадхи. Они в своем ключе, они правы, но все же Махапрабху, он, будучи Верховным Господом, у него есть право показать нам нечто более превосходное. И поэтому он взял суть от всего, собрал это вместе и представил нам нечто большее. Это зовется Ачинтья Беда Беда Татва. И вот Мадхвенда Пурипад мы знаем, в преемственности Мадхвачарьи, но все же сокровенный сиддханта в том, кто-то может заявить, что во время Мадхвачарьи Махапрабху не было. Вот кто-то заявляет, что Мадхвенда Пурипад никогда не видел Махапрабху даже, но они забывают. Такие люди непреданные, они забывают из-за своей глупости. Шрила Бхактивинода Тхакур пишет такой сиддханте, что хотя Мадхвенда Пурипад внешне не имеет связи с Гурангой Махапрабху,
Но здесь говорится, как Билламангал Такур, также он... It is written, Билламангал Такур. Билламангал Такур еще раньше был до Махапрабху и до этого Мадвачари. Но когда Билламангал Такур явился, и когда Мадхавендра Пурипад уже совершал лилы, то Билламангал Такур — это подтвержденный сиддханта. И хотя они совершали Кришна Бхаджан, previously, Ananda Singhasana, Labdha Diksha, all so many Siddhanta which are there, I don't... But anyway, they are doing Krishna Bhajan. И вот они совершают Кришна Бхаджан, но сиддханта в том, хотя они совершают Кришна Бхаджан, и Гуранга Махапрабху пришел гораздо позже, но Гуранга Аватар, аватар Гуранга уже снизошел в их сердце. Это сиддханта нашей Гуранги. Это полностью подтверждено сиддханта, что Гуранга, света расплавленного золота, явился в их сердце. Иначе такое проявление такой божественной любви было бы невозможно. То чувство, которое явил Билламангал Такур, или то чувство любви, которое явилось в сердце Мадхавендра Пурипада, оно уникально, оно невозможно, и никогда его не было раньше. И вот наша Гурварга говорит, то, что цвета расплавленного, аватара цвета расплавленного золота, Гауранга, он уже явился. Внешне мы можем видеть. Я имею в виду Гауранга Махапрабху перед тем, как явиться в эту кальюгу. Он явился в сердце Билламангал Такура и Шрилы Мадхавендра Пурипада. Automatically. It's a must. This way we can say somebody can put some objection. И вот кто-то может возразить, что Мадхавендра Пурипад не имеет связи с Гурангой Махапрабху. Но мы можем опровергнуть этот аргумент, что он имеет несомненную связь с Гурангой, поскольку он явился в его сердце, и поэтому есть еще одно свидетельство, что наш Адвайта Гасай, кто есть сам Махавишну. Он получил дикшу у Мадхавендра Пурипада. Почему? Это как раз потому, что Махапрабху уже явился в его сердце. И хотя он увидел, как божественная любовь была в его сердце, поэтому он решил принять дикшу у него. Это одно из доказательств. И так или иначе. Еще есть одно свидетельство из Шрилы Прабхупады, Бхактивинода Тхакура не отвечает. И вот в Сиддханте, который описывает Бхактивинода Тхакура, говорится, что чтобы начать новую сампрадаю, это не обязанность Верховного Господа. И вот чтобы начать новую сампрадаю, это не обязанность Верховного Господа. Верховный Господь не занимается этим. Это делается, он делает это через своих преданных. Рамачандра не начал никакой сампрадаю. Бхагаван Шри Кришна тоже никаких сампрадай не начинал. Ни Варахадев, ни Нарсимха, ни Вамана. Никто из них не начинал никаких новых сампрадай. Это очень сокровенный сиддханта. День за днем, если вы будете погружаться в океан Харикатхи, то я обещаю вам, вы обретете великое сокровище. А если будете искать что-то снаружи, то не найдете никакого удовлетворения. А я говорю только о сиддханте Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Такура.
Я чувствую огромное вдохновение, когда думаю о них. И таким образом, кто-то, если люди, которые заявляют, что Махапрабху начал новый сампрадай, то это совершенно не так. Наша Гуру Варга говорит, что Махапрабху никогда не начинал новый сампрадай. Это обязанность возвышенных преданных, как Рамануджачарья, Мадхавачарья, Нимбаркачарья, они начали сампрадай, но не Верховный Господь. Или Рамануджачарья. Или Мадхавачарья, он Ваю Аватара и Аватара Ханумана. Рамануджачарья, он обрел милость Лакшми Деви, основал Шри Сампрадая. Вишну с вами, милость Рудры. Я могу более подробно обсудить в будущем эти темы. Вишну с вами, Рудра Сампрадая начал. Нимбарка Сампрадая, там эти Чатушваны помогли. И где хоть одно свидетельство, что Бхагаван сам начинал новый сампрадай, чтобы начать новый сампрадай, это не обязанность Верховного Господа Бхагавана, это преданные делают. И в то же самое время я могу сказать, что такие люди майявади, которые заявляют, что Махапрабху начал новый сампрадай, поскольку Гауди сампрадая. Никто не начал, она вечна. И если кто-то не верит, это признак того, что такой человек майявади. Гауди Матха, он вечен. If you are going to cut the main connection with Bhakti Siddhanta Saraswati, okay, you can cut and go to hell. What I can do? I have nothing to do. After speaking thousands of Harikatha, I cannot save it. If there is aparad. If there is aparad inside И вот если у нас есть оскорбление внутри нашего сердца, то это будет препятствовать обретение сознания. Когда вы совершаете оскорбление, то ваше сознание опускается. И это может довести до духовной смерти. И таким образом что вот такие люди майявади. Наша Гурварга говорит, что Гауди Матхи и Гауди Сампрадая, они вечны, они с незапамятных времен. И кому же говорить Харикатху? Я не вижу, кто может воспринять. Like mad crazy speaking. Who is going to accept me? Sometimes I'm thinking, I'm wasting my time. Иногда думаю, что трачу время, зря лучше совершать харинами, оставить тело. Но в то же самое время думаю, что это наставление Шрилы Прабхупады. Хотя большинство людей не принимают, но кто-то принимает, и я должен говорить Харикатху без всякой корысти. У преданного не может быть никаких проблем в его жизни, никаких опасностей, как Панчапандва. Вроде они были преданы, но множество трудностей, опасностей и прочих проблем постоянно приходило к ним. Это было испытание Бхагавана, чтобы проверить, сколько любви они имеют к нему, сколько преданности. Такие преданные, они не имеют внешне никаких проблем, но иногда какие-то испытания приходят. И вот Мадхавендра Парипад.
Он основа, он колонна Гауди Матха, он опора Гауди Матха, и у нас, несомненно, есть связь с Мадхвачарьей. И вот я могу показать им, что в Гауди Сампрадае, сейчас я кратко расскажу, почему Махапрабху, он пообещал Мадхвачарье, когда Мадхвачарья пришел сюда, кто нет, все были здесь, все эти четыре ачарьи, они посетили Навадвипдаму, они узнали об этом гораздо раньше до явления Махапрабху. Четушваны, они увидели, что Махапрабху явится здесь, Мадхвачарья. Не просто увидели, а Махапрабху. Махапрабху, он сказал Мадхвачарье, что он примет его сампрадаю. И Рамануджачарья тоже был здесь, Нимбаракачарья, Вишну с вами, кто нет, все были в Навадвипе. Нет. Придя в Навадвипдаму, у нас нет пути. Я гарантирую. В других сампрадаях они не завершают баджан Гауранги Махапрабху, они поклоняются Радха Кришне, может быть, но Сиддханта в том, в Нимбарка сампрадае и прочих, они не поклоняются Махапрабху. И поэтому они не достигают успеха так быстро. Это причина, по которой они не обретают успеха так быстро. Им нужно прикладывать множество усилий, рождение за рождениями. Потом не только могут встретиться с Гаурангой, а мы настолько удачливы, что мы пришли в Навадвипу, слушаем Харикатху, живем в таком возвышенном месте, смотрим на Йогапит. Мы настолько удачливы во всем мире. Можно посчитать, что таких удачливых людей крайне мало. Тысячи людей, они стремятся к каким-то наслаждениям чувств только. Nothing I have. I don't want anybody give garland to me. Nothing I want. It's mine. So this way, you should think about your luck. At the same time, you will have to think about your bad luck. After getting so much opportunity, you are unable to accept this cream, that prema. Very easy. Knowingly, unknowingly, we are all doing asasanga. Так осознанно или неосознанно мы совершаем асатсангу, кто может гарантировать ее отсутствие. И таким образом я покажу вам, как мы, почему мы приняли Мадхва Сампрадая. И вот от этой Мадхва Сампрадая, вот Махапрабху явился перед Мадхвачарьей и благословил его. И сказал, что в Каликал он примет его Сампрадая. И more prominent way, you are going to break, destroy Mayavad. More prominent way. Поскольку Рамануджача also going to destroy Mayavad. Разрушал Майаваду более активно, более смело. Рамануджачарья, конечно, тоже написал огромную книгу Парапака Гиривардже против Майавады. For opponent party Mayavadi. It is like thunderbolt. Meaning I say, because you don't know. Вот эта книга, она переводится как булава, разрушающая Майвада. Вот такую огромную книгу написал. I can collect this book very shortly. I can go to Calcutta. Someday I can go. My Guru Maharaj sent me one day long ago. Однажды Гуру Махарадж меня послал в Калькутту. Ну, куда-то около Карды где-то, чтобы я эту книгу принес для него.
И вот я хочу эту книгу получить, хотя Мадхвачарья, он тоже написал, но все же, и вот Махапрабху говорит, я приму твою сампрадаю, поскольку ты выступаешь более активно против Майявады. И в то же самое время я приму твою сампрадаю, поскольку ты всегда занят в служении Виграхе Гопалу. Вы не знаете, почему Мадхвачарья, он служит Бал Гопалу. И вот из Балгопала появился, у него из огромного куска чандана, который ему подарили, а внутри Гопал оказался. И в то же самое время у нас нет представления о том, что Мадхвачарья, Рамачандру тоже можно там найти. Он поклонился Рамачандре. Из Трата-юги, там это Виграха. Поскольку он Хануман, Мадхвачарья аватара Ханумана и Бхимасена, такой совмещенный аватар, и в форме Ханумана он служит Рамачандре, и таким образом Махапрабху говорит, что я, мне нравится твоя сампрадая по этой причине. Первое, что ты более активно опровергаешь Майяваду. Второе, то, что ты служишь в Виграхе с огромной любовью. Другие сампрадаи тоже поклоняются, но твое поклонение в Виграхе, твое служение. И твоя вера в Сачитананда Виграху и вечное служение этой Виграхе. И по этой причине, по этим причинам я принимаю твой сампрада. И вот Мадхавинда Пурипат — это главная опора Гаудия Мадха. И о нем Шрила Прабхупад и Бхактивинода Такур говорят, поскольку Мадхавинда Пурипат сказал, в последний момент перед тем, как оставить тело, он произнес такую шлоку. Я не могу жить без вас. Мадхавинда Пурипат говорит Кришне. И сейчас ты ушел в Мадхуру с Гопи Бхавой, но Сиддханта в том, что Мадхавинда Пурипат как-то по милости Радхарани это чувство, это Бхава явилась в нем. И вот Кришнадас Кавидас Госвами пишет, как чудесно. Это чудо. По милости Радхарани. Это слова Радхарани, не слова Мадхавинда Пури. И вот то, что он произнес, это слова Радхарани, и как они явились в его сердце. И вот он произнес эти слова. И как я могу жить без тебя сейчас, ты ушел в Мадхуру. Ты оставил нас в Гопи. И сейчас мы можем сказать, что ты Мадхуранадх. И образованные женщины служат тебе, и ты забыла нас. Радхарани говорит. И это слова, это слова Радхарани, которые явились в его сердце. И вот эти гопи говорят, что мы не простые даярки, мы не могли служить тебе достойно. Может, поэтому ты оставил нас, но ты не думаешь о том, что без тебя мы не можем жить, мы на волоске от смерти. Что же делать? Мы не видим ничего без тебя. Одна тьма вокруг. Как же жить в таком состоянии?
Это настроение Мадхавинда Пурипада. Это настроение Радхарани. Наш Шрила Прабхупад сказал такую сиддханту. И это шлока. Это сиддханта. Это основа нас Гауди. Это формула, которую произнес, эти слова Радхарани, которые произнес Мадхавинда Пурипад по милости Радхарани, наш Гурудев Радхарани. Мы не знаем, кто такой Кришна. Наш Гурудев Радхарани. Мы хотим поместить его лотосные стопы в свое сердце, поскольку Кришна. Кришна, он тоже хочет потушить свое горящее сердце, поместив лотосные стопы Радхарани туда. Лотосные стопы Радхарани — это такая огромная редкость. А кто-то думает, что это шутки Гауди Баджан. Бхагаван Си Кришна говорит, наш Джайдев Госвами пишет, Сарагарала мандалам, мамасираси мандалам, дхипада, дхипада паллавам ударум. Сарагарала мандалам, мамасираси мандалам, дхипада паллавам ударум. Follow. By apракита кам, I am burning. И вот я, мое сердце горит из-за апракита кама. Это не какая-то материальная кама. I am burning. By apracito calm, oh Dayami, you keep your lotus feet on my head, otherwise I can die. Krishna speaking. И вот Кришна говорит, о Радхарани, помести свои стопы ко мне на голову, иначе мое сердце сгорит. И вот мы очень удачливы, поскольку мы находимся в преимуществе Мадхвачарьи. И в какой-то день я могу рассказать про то, что в комментарии к Бхагаватам Мадхвачарья не принял Гопи Прему внешне, но на эту тему я могу рассказать, почему так произошло. Почему внешне Мадхвачарья он сделал так. Я в один день обсужу это более подробно, я запомню. Как Вриндаван Дас Тхакур. Пытайтесь понять то, что я хочу сказать. Это очень важный аргумент. Почему Вриндаван Дас Тхакур не пишет, не описывает эти лилы полностью? Поскольку часть полного — это тоже полное. А что я хочу сказать? Специально. Вьяса-дева Гаура-лила. Он специально сделал это кратко. Вриндаван Дас Тхакур говорит об этом, что если бы я написал все подробно, то книга была бы огромной, кто столько имеет терпение, чтобы читать такую гигантскую книгу. И вот Вриндаван Дас Тхакур говорит, поэтому я вынужден описать все кратко. И вот Вриндаван Дас Тхакур описал все. Всю лилу Гуранги, но достаточно кратко, а более подробно он написал лилы Нитянанды, поскольку его даршан был в том, что никто, Кастури Манджари, Кришнадас Кавираджа Госвами явится и опишет все более подробно. Вот поэтому он специально описал кратко, чтобы дать возможность Кришнадасу Кавираджу описать Гуру Лилу более подробно. И вот по указанию Верховного Господа он сделал что-то до определенного уровня, и остальное осталось
для других преданных, кто описывает, кто продолжил его дело дальше. Но не все это понимают. Кто-то видит только какие-то материальные вещи, а духовного видения у них нет. И я говорил же из Брахма Самхиты. Преманьяна чурита бхакти вилочанена шантаха шада хидеешу вилока янти янгшяма сандарам ачинта гуна сарупам гавинда мади пурушамтам. Without prema, без премы мы не можем видеть даму или преданных. Мы не сможем ничего видеть без премы. Все. Мы все должны полностью предаться Гурудеву, хотя бы в уме. И таким образом Шрила Мадхаванда Пурипад, он основа, он опора Гаудия Матха и Гаудия общества. И вот та шлока, которую он произнес, и вот шлоку, которую произнес Мадхаванда Пурипад, это сокровенное, это ключ, это сокровенный ключ к Рагануга Баджану. Шрила Прабхупад говорит, это секретная формула. Если мы хотим совершать Гаудия Баджан, мы должны принять это. Вот поскольку времени мало, сейчас переключимся на другую тему. И вот Шрила Мадхаванда Пурипад, он явил такую необычную прему-севу. Вот я кратко сейчас объясню. Бхагавану не хочет принимать служение от нас, но может, кто мы? Весь бесконечный мир, Брахма, Шанкара, все остальные, они жаждут служить Бхагавану, но все же Бхагаван принимает служение от нас, чтобы даровать нам милость. И в тот день я говорил об этой шлоке. Наиватману прабурайам нижалавапурно манам джанада видушо коруно бините джадиджад джану бхагавати видадхи таманам тачатмане пратимукаща джатха мукаси. He forget. He cannot remember. I was singing. It is in Bhagavatam. И вот эта шлока из Бхагавата. Прохлад Махарадж говорит, о, о Господь, тебе не нужно ничего от нас, это твоя милость, что ты принимаешь служение от нас по своей милости. Мы столь падше. Но ты все же по своей милости принимаешь служение от нас, ты самодостаточен. Что говорить о Бхагаване? За чистый преданный он самодостаточен. Что же говорить о Бхагаване? Бхагаван, он тем более самодостаточен. Атмарама. И какое же великолепное качество Бхагавана, если сможете открыть ваши глаза и увидеть. Если вы сможете увидеть Бхагавана, то вы не сможете оставить Бхагавана или Гуру Вишнава никогда. Почему вы оставляете Гуру Вишнава? Просто потому, что вы не видели их, не смогли их понять. Я думаю, я прилагаю свои усилия, как Гуранга Махапрабху.
Он, и вот Махапрабху думал, что хотя я пришел, чтобы давать какое-то благо людям, но они не хотят принимать читания. Вот Бхагавате описывается, что эти ученики Махапрабху, ну, которые грамматику изучали, они очень опечалились, даже разгневались, что Махапрабху перестал грамматику преподавать и начал говорить о божественной любви. Большинство людей не понимают. Меня некоторые приходят, совершают оскорбления и уходят. Я думаю, что делать. I can stop it. I promise you. I'm thinking. I'm searching very good for them. But most of them, they are going, misunderstand me and going wrong way. They fight with me. They speak all rubbish. I'm thinking how I can go benefit for them. Думаю, что я могу сделать для людей. Those who are cheating me, those who are, you know, whatever thing you are. Still, I never, you know, they cannot think I'm their enemy. But still, they think me anyway. Still they think. And they are going to give some fuel. Fuel, you know, in the fire. In Jogopit here, there. Jogopit is my temple. Chaitanya, all my temple. But they think I am outside. Okay. So they like to take even revenge. Because I give protest note. That why your Gurudev going to speak all Ravi Shankar Madhu Goswami Maharaj, our Guru Bhargava, why? Very polite way. That's what they think, enemy. Now they are going to get one chance. This is one opportunity. Now, follow what I say. This is our condition, dirty condition. There is a dirty, if you like to kill, you know, some devotee, Bharti Maharaj, they can go, well, you can come to our temple. You can stay with me. It's very good. You like to kill Bharati Maharaj. Maharaj говорит, что иногда... I spit on them. Но некоторые люди, некоторые люди находят какого-то общего врага и объединяются. Even they are not going to accept general truth. И, ну, особо, и такое очень часто можно наблюдать в всяких храмах. И такие люди даже обычную истину не могут принять, что говорить об абсолютной истине. Занимаются после коммерции, криминалами и прочими такими низкими делами. И вот Шрила Мадхавендра Парипад, это формула, о которой я говорю. Это... And Madhavendra Puripad, и вот Мадхавендра Парипад, он so nice, you know, I cannot explain. Все настолько прекрасно сделал, что я не могу объяснить это. Это шлока, с которого начал. Я объясню ее позже. Бхагаван, он самодостаточен, но все же ради нашего блага он является в форме дамы, в форме намы. Формы Гуру Вайшнавов. Джайо, джайо, хари намо, чидананда мито дамо, паратато акхаро якаро, нижо джане кипа кори, намо рупе абхотари, дживе дая кориле апаро. In Kirtan it is written. Шрила Бхактивинода Тхакура описывает: «О Харинам, ты настолько милостив, даже Кришна нам более милостив, чем ты. Дама, она тоже более милостива, чем Кришна. И поэтому у нас столько привилегий, но из-за своей неудачи мы не можем принять это все». И вот Мадхавендра Парипад совершал множество прама-сева. Наш Гауранга Махапрабху после принятия саньяса
он отправился в Нилачал Дам, чтобы там являть свои лилы. Нилачал Лила, она тоже вечна. Нельзя сказать, что она началась 500 лет назад. Нилачал Лила, она вечна. Гора Лила, Горанга Лила, она тоже вечна. И как она вечна? Гуранга Махапрабху. Вот Пурушоттам Лила, Навадип Лила, все они вечны, хотя внешне может выглядеть, что Махапрабху принял саньяс и ушел, и в то же самое время у нас есть возможность следовать Ачарану Гуранги Махапрабху, поскольку Випарлам Прабхава – это не шутки. Те, кто заявляют, что не могут научить Рагануга Баджана Бхактину Тхакур, говорят, что такие люди, несомненно, обманщики. Я могу показать вам слова Бхактину Тхакура. И Шрила Бхактивинода Тхакур сказал, что Рагануга Баджана невозможно научить, это автоматически произойдет. И вот после принятия саньясы, когда Махапрабху отправился в Нилачал из дома Адвайта Ачарьи, и вот с Данды. Потом Нитянада ее сломала эту данду, это отдельный случай. Но что я имею в виду, когда Махапрабху достиг Нилачал Дамы, перед тем было место, называется Балешва, это станция по пути в Пури. И там в Балешваре есть Кхира Чора Гопинат. И вот этот Кхира Чора Гопинат Махапрабху услышал о нем от Ишвара Пурипада. Я кратко расскажу о нем. И вот, и вот перед этим я хочу сказать, что Мадхавендра Пурипад, он совершал Дама Парикраму, повторил Харинам, поскольку те, кто Парамахамсы, они главным образом совершают Намбаджан. Можно посмотреть на чистых вайшнавов, они в других видах служения не заинтересованы, а совершают намасеву. Намасеву – это полное совершенное служение. Когда они повторяют харинам, они совершают парикаму, арчану и все остальное. Те чистые преданные, они во время совершения харинама, они в уме совершают все остальные виды служения. Вот они совершают парикраму, арчану, предлагают воду Гопешвару и все остальное, но мы своими глазами не можем этого видеть. И вот Мадхавендра Пурипад, он повторяет харинам, и с помощью этого харинама он совершает все служение, полное према-сева. Чистые преданные, они не стремятся принимать множество учеников. Мало кто столь могущественен, как Шрила Прабхупад или Шрила Кешава Госвами Махарадж. Шридхар Госвами Махарадж такой великий преданный, но все же какие-то проблемы возникали в процессе. А кто я? Я очень мал. Что я могу сделать?
И вот какие-то проблемы на моем пути тоже случаются. И после моей смерти я останусь в форме харикатхи, и кто-то будет слушать. И вот по желанию Шрилы Прабхупады Гуру Варги у нас есть наша обязанность совершать харинам и харикатху. Совершать харинам и слушать харикатху. Мы не должны стремиться к каким-то какой-то корысти, бояться трудностей. Мы должны следовать полностью пути Шрилы Прабхупады. Pure devotion, pure devotee, all sabotage. This is the status, dirty status. Go everywhere. This is the situation, painful situation. So there, Madhavendra Puripat, он отправился во Вриндаван. He's going here and there, different places, Ranganatham, Bindavan, Puri, always going. Madhavendra was doing Vrindavan, doing Parikram. After Parikram, Govardhan was sitting at the bank of Govinda Kunda and doing japa. He fought 3-4 days not taking any prasadam, no problem. Their pressure not going to drop, their sodium level not going to drop, nothing. Повторял харинам постоянно и принимал просад, если кто-то приносил, но сам он не просил, просто ждал, пока он сам придет, мог несколько дней не есть, и вот, если и то только молоко пил. Go. Boiled apple. I also learned from him. But apple is very costly. Шрила Кешава Госвами Махарадж тоже ел мало, в основном вареные яблоки. Bhagavan anyway not coming to me to take, you know, nice chapati. Bhagavan, no, I already say, you have nothing to take with from me. I always sit to speak to Sivji. Only I can give one belpata and pa. If you like to stay, you stay. Others, you can go. No, you can take other on other place. This way, Madhavendra Puripat not asking anything. И вот Мадхавендра Пурипат, он ничего не просил, если кто-то приносил молоко, он принимал, иначе постился. И вот однажды один пастушок пришел, сказал: бери этот горшок молока. А ты где живешь? Тут в соседней деревне. Моя мать послала меня к тебе, чтобы я сказали, что тут один баба. Баба значит саду. Такое уважительное название. И вот сказали, что один баба там сидит, и лучше иди отнеси ему молоко. И вот моя мать отправила меня. А горшок я потом заберу. Вот Мадхавендра Пурипат посмотрел на этого мальчика, он был настолько прекрасен. Никогда не видел таких прекрасных пастушков. И вот он взял это молоко, предложил Бхагавану, Гирираджа выпил, поставил горшок рядом и ждал, когда он придет. Collect the pot from you. Better you can keep with me. But the boy not come. Ну, вовсе не было. Мадхавендра Пурипат ждал, но никто не приходил. И ночью Мадхавендра Пурипат, его
он вздремал, не заснул, а так, почти заснул. И вот во сне к нему пришел этот пастушок и сказал: «Я пришел к тебе, чтобы дать молоко тебе, ты». Да. «Меня зовут Гопал, Говардхандари Гопал. Ты пришел ко мне, да. Я не смог понять, что ты тот Гопал, которому я поклоняюсь. Какая же неудача». И вот он упал без сознания. И когда он понял, что он встретился с Гопалом, но не узнал его. Но Гопал сказал, что вот там, в лесу, мои севаки достаточно давно из-за нападения мусульман, и вот мои севаки, они были очень, они из-за страха, они закопали меня в лесу и убежали, и я долгое время нахожусь под в таких вот плохих условиях, страдая от жары, холода, солнца, дождя. Лучше, если ты вытащишь меня из этого леса и установишь на Говардхане и начнешь поклонение мне. Вот Мадхавендра Парипад уточнил, где конкретно он лежит. Этот Гопал показал ему. Сказал, что давно уже не ел, не пил ничего, постился, страдает от жары, от холода. Мадхавендра Парипад начал плакать и опять упал без сознания. И вот когда он пришел в себя, он начал исполнять указания Гопала, пошел в деревню, позвал всех в Раджавасе, сказал, что ваш Говардхандари Гопал Шинаджи явился ко мне и сказал, что он там внутри леса, почему бы вам не помочь мне высвободить его. И вот эти в Раджавасе сказали, почему бы и нет. И вот взяли инструменты, лопаты, топоры и прочее. И вот они нашли там Гопала, прекрасного Гопала. Они были очарованы в виде его. И не так просто было в Раджавасе, они очень сильны. И вот в Раджавасе очень сильный, поскольку пьют вываленное молоко. И вот он слишком жирный, его сложно пить, они его литрами пьют. И вот они взяли этого Гопала по наставлению Мадхавендра Парипада, подняли на Говардхан, установили там какой-то алтарик, большой храм впоследствии построят, так какое-то подобие храма, подобие этого Ясасаны сделали, начали такое временное, в общем, временное какое-то Ясасану сделали для него и начали с поклонения. И во всей Раджадхаме эта новость распространилась, что Гопал проявился здесь. Все пришли, предложили с подношениями, организовали огромный пир, Анакут. И вот Анакут пошел с тех пор. И вот все чапати, рис, сабжи, все множество других вещей. Тысячи людей могли принимать прасад. И Мадхавендра Парипад посмотрел, Гопал, в Чайтанья Чаритамрите описывается. Гопал очень
И вот Гопал очень голоден был, он принял весь просад, но поскольку Гопал, он пунаваста, несмотря на то, что он все принял, все осталось в первозданном виде. Мадхвадвипа Парипад видел, что он принимает его, но внешне все осталось на месте. И после этого один богатый человек с Матхуры, он построил храм на холме Гирираджа. И вот они поклонились там Гопалу Синаджи. Он сейчас находится в Натхадваре в Гуджарате. That seva going on there. Anyway, so someday Gopal again come in dream. Gopal speaking. Even Gopal. You are giving me milk and a paramana everything, but my body heat not going. Gopal сказал, что вы накормили меня параманой и прочими чапатями, но я столько страдал от жары, вот чтобы охладить меня, ты должен отправиться в Южную Индию. И малая, в общем, какой-то малая чанда надо было принести. Это такое, он в Южной Индии растет, и очень дорогое дерево, сандала. И вот Гопал пришел во сне, дал наставление Мадхвадвипури, что лучше, если ты пойдешь сам, поскольку никому нельзя доверять, лучше иди сам, не хочу ни от кого служения принимать, только от тебя. Поэтому собирайся, иди. И вот Мадхвадвипури он занял двух молодых людей из Бенгала. И вот эти люди, они во Вриндаване оказались из Бенгала, и вот они получили посвящение Харинаме Дикшу, и дал им служение Раджавасе, они тоже их поддерживали как-то. И вот он отдал это служение этому, в общем, отдал это служение им и сказал, что наставление Гопала в том, чтобы я пошел, принял чандан для него, и вот он пошел, зашел в Шантипур, по дороге Адвайта Ачарья получил дикшу от него, потом пошел Кира в Аримуну, там был Гопинат, который после этого получил имя Кира Чура Гопинат. И вот Махапрабху сказал, смотрите, вначале Мадхвадвипа Парипад пришел в Балешвар, это по пути из Шантипура Сити в сторону Пури. И вот он зашел в Балешвар, там встретился с Гопинатхом. Сначала был просто Гопинатх, а имя Кира Чура. А этот Гопинатх, он появился, когда Рамачандра был в ссылке с женой Ситой. И Рамачандра, он сделал это божество. И потом его нашли под землей. И так или иначе, Мадхвадвипа Парипад, он когда увидел этого Гопала, он начал танцевать от радости перед этим Гопинатхом. И после этого все преданные смотрели, сколько прямо, сколько любви. Мы никогда не видели такого чувства в своей жизни. Они не знали, кто он. Просто посмотрели, выразили почтение. И, а потом Мадхвадвипа Парипад попросил смиренно, что вы предлагаете каждый день этому Гопинатху, что делаете? Я хочу, когда вернусь во Вриндаван, я тоже хочу также служить моему Гопалову, поскольку ваша сева, она замечательна.
И вот когда Мадхавинда Прабхупад узнал, что ночью, днем, вечером предлагают ему 12 горшков, 12 порций кира в глиняных горшках. И вот этот пуджари сказал, что 12 горшков кира ему предлагают вечером. И вот он посмотрел на арати, посмотрел на то, как это все предлагают, и подумал, если я мог бы каплю кира этого получить, я понял бы, как его, какой он на вкус, я мог бы приготовить такую же для Гопала и предложить ему. И вот он подумал так, потом подумал, что насколько жаден, как я мог подумать, что могу принять этот хир, который предлагали Гопинатху, как я, стыдно мне, должен уйти, что я завожделил этот хир, и вот он ушел там по дороге, остановился на ночь на каком-то рынке, повторил хайнам там, и тем временем нечто случилось. Этот Кирачура Гопинатх, как вот я сейчас рассказываю, откуда это имя появилось. И вот пуджари каждый день перед, после подношения забирал весь кир, но Гопинат был очень хитер, он спрятал один горшок под свою одежду, и пуджари не заметил, думал, весь кир унес, но Гопинат украл один горшок кира для Мадхавинда Прабхупады. И пуджари не заметил. И вот пуджари закрыл дверь, пошел спать, и Гопинат явился к нему во сне, сказал: «Вставай, я Гопинат, иди открой храм». «Зачем? Я там оставил горшок кира для великого преданного, его зовут Мадхавинда Пури, где он? Ну, где-то там, иди еще». И вот пуджари принял омовение. С моим Гуру Махараджем такое случалось. Однажды он забыл укрыть Бхагавана, и Бхагаван явился к нему во сне, сказал, что «Вставай, иди, укрывай меня». Гуру Махарадж пошел, принял омовение, хотя зима была и холодно. Он укрыл Господа и пошел дальше спать. И тут также похожая ситуация случилась. И вот пуджари принял омовение, открыл храм и увидел, что действительно горшок этого кира спрятан. И вот он извинился, закрыл алтарную и пошел искать. О, кто же тут Мадхавинда Пури? Кого зовут Мадхавинда Пури? Гопал украл кир для тебя, пожалуйста, зовись и забери этот кир. Никто не отвечал. Вот он ходил, так кричал, и Мадхавинда Пури, он услышал, что его кто-то зовет, сказал, что я Мадхавендра. Вот ты настолько удачлив. Ты настолько удачлив. Наш Гопинат украл кир ради тебя. И он дал мне наставление отдать тебе этот кир. Он украл его для тебя. И Мадхавинда Пури начал плакать, как я столько беспокойств тебе принес, ты украл кир для меня, послал пуджари меня искать. И вот он принял этот кир, плача. Он съел этот весь кир. Потом он вымыл этот горшок, выпил эту воду, разломал этот горшок на маленькие кусочки, завернул в одежду и пошел в Пури. Поскольку сразу же пошел, не ждал, пока рассветет, поскольку все узнают, что Гопинатх, он украл кир для него, и все узнают об этом, захотят как-то выразить почтение ему, поэтому решил
уйти, пока они все спят. Но в Чайтанья Чаритамрите говорится, что Пратиштха, что Мадхавиду Пурипад не хотел никакой славы, никакой прачишчи, но прачишчи, но он прославился, несмотря на это, и это воля Бхагавана. И Кришна Дас Кивараджа Госвами говорит, Верховный Господь, он как Судама Випра. Кто знал, кто такой Судама Випра? Но Кришна, благодаря Кришне, он прославился, он друг Кришны. Бхагаван, он благодаря Бхагавану Арджуна прославился. Гуру Махарадж хотел... Но если кто-то пытается злоупотреблять тем, что он ученик какого-нибудь Шрила Пури Госвами Махараджа, то это плохо. Если кто-то прикрывается именем Шрила Прабхупады и Бхактивинода Тхакура или Шрила Пури Госвами Махараджа, рассказывая какую-то тибетину, то в этом нет ничего хорошего. И вот Мадхавиду Пурипад, он открывал, развязывал это. Свою одежду, где был завязан остатки этого горшка Акхира, и ел маленький кусочек от этого горшка и испытывал прему. Он чувствовал такое великолепное чувство, плакал от восторга. Он вспоминал, как Гопинат украл Акхир для него и плакал. И вот Мадхавиду Пурипад так дошел до Пури. Это долгая история, я кратко расскажу. И вот там Мадхавиду Пурипад пришел. Кто-то уже знал, что это Мадхавиду Пури. И вот он спросил, где же Чандан тут взять, и все эти панды. У них была какая-то связь с царем Пури. Он очень богат был, сказали, что не волнуйся, Чандан мы тебе дадим, иди с царем поговори. С этим царем Джагнат Пури. Царь очень богат, он даст тебе этот чандан, сколько тебе надо, и вот организовали это все. Ну, чандан, этот чандан был очень дорог в то время, и камфор ему еще дали. И вот связали, отдали Мадхавиду Пурипаду, и царь. И все панды хотели как-то поддержать его. Они дали ему также двух носильщиков, чтобы те могли нести этот чандан, и письмо дали, чтобы этот весь чандан дан, подарен царем Джаганатха Пури. Вообще, чтобы никто не подумал, что он вор, чтобы его не обдирали по дороге. И вот царь ему дал письмо такое. И вот Мадхавиду Пурипад постепенно пошел и опять проходил мимо Кирачара Гопинатха, чтобы обрести его милость. И вот когда мы там оказываемся, там часто предлагают нам большую тарелку прасада, что мы не можем ее съесть. И вот таким образом Мадхавиду Пурипад, он
совершал киртан, там пел, танцевал, ну ночью он решил переночевать в этом храме, и опять Гопал явился к нему во сне и сказал, что ты нашел весь этот чандан камфару, и это очень хорошо, но ты этот чандан можешь предложить телу Гопинатха, и я, и поскольку мы не отличны друг от друга, я получу то же самое благо. И поэтому не волнуйся. Давай, приступай. И вот было два носильщика, которые несли чандан. Эти два человека начали по указанию Мадхвы Парипады тереть чандан на большой тарелке. И вот Мадхвендра Парипад, он и вот, в общем, еще заняли кого-то в терении чандана. И с того момента мы, Гауди Сампрада, соблюдаем этот праздник чандан-ятра. Много раз я был там. Совершал парикраму самадхи Мадхвендра Парипада, совершал киртан. Это он там рядом, за стенкой буквально. Мадхвендра Парипад оставил тело там. И вот они погрузили его в самадхи. И до сегодняшнего дня у нас есть возможность совершать киртан в том месте. И Анакут, чандан, ятра, все эти уникальные виды служения, Бхагаван принимает от нас великой радостью. Хотя мы с вами, а вот когда Бхагаван пришел во сне в Мадхвендрапури, что он долгое время ждет, сказал, что долгое время ждет его. Читание Чайтамрити это описывается, и вот читание Чайтамрити говорится, что Гопал сказал, что долгое время я жду тебя. Когда же мой Мадхвендра Парипад, он придет и будет служить мне? Хотя Господь самодостаточен, зачем ему что это служение? Но это природа Бхагавана. Что же делать? Бесчисленные брахманды. Все хотят служить ему, но Бхагаван принимает служение от нас, от Мадхвендра Парипада. Кто может поверить? Бхагаван, он. Это возможно. С помощью нашей любви можно контролировать Бхагавана. Если у нас есть любовь, прямо Тутан Гопал Бхагаван, он может быть под нашим контролем с помощью денег, власти, образования. Никто не может контролировать Бхагавана. Когда Бхагаван является кому-то во сне, как чистые преданные рассказывают об этом всем подряд. Как Шрила Прабхупада спрашивали, видел ли он Бхагавана. Я Шрила Прабхупад сказал, вам то какое дело? Видел я или не видел, какое ваше дело? Хотите вы увидеть Бхагавана или нет? Надо об этом подумать. И это ответ Шрилы Прабхупады. Обычные люди, они всегда бросают вызов Гуру Вайшнава. Это их такая скверная природа. И также я сказал, те, раньше, как Шри Чайтанья Махапрабху, он оказался под контролем Джагатананды Пандита. Какую прама-севу Джагатананда совершал, даже во сне мы не можем представить. Джагатананда любил Махапрабху с великим чувством, он не мог видеть, как Махапрабху просто спит на полу, хотя он саньяси не ест как следует. Уже похудел сильно, одни кости торчат.
И вот он думал, как же помочь Махапрабху. И это называется према-сева. Мы, Гаудии, и вот вся Гаудия Сампрадая не может отплатить нашему Мадхавинду Парипаду Джагатананда Пандиту. Настолько все это великолепно. Мы не можем отплатить первое. Это великая прама-сева. Мы не только это, также если мы будем изучать эту книгу Прамавиварту, мы будем удивлены. Мы вроде слушаем Харикатху долгое время, но такого нигде не находили. Нигде не видели, не слышали. Хотя книга очень мала. Что нужно делать, что не нужно, какие обязанности саньяси, что такое намбаджан, как его совершать, что такое оскорбление, как их избегать, все там описывается. И те люди, которые находятся в этой чинном укладе жизни, как они могут доказать, что они там находятся, они просто носят одежду отреченных. Отреченный уклад жизни значит полностью посвятить себя служению Бхагавану. Просто носить одежду отреченных, этого мало. Во Вриндаване тех бабаджи можно за 500 рублей получить любое имя, любой титул. Шрила Прабхупада смеялся над этим. Staying with woman, this, that, they, all rubbish. This is their Raganuga Bhajan, Rupanuga Bhajan. This is their. И вот можно видеть вот на примере Вриндавана, что много всяких проходимцев пытаются продать Рагануга Бхаджан за небольшие деньги. Bhagavan could excuse them. Bhagavan could excuse them. If out of, you know, ignorance, perchance. Если кто-то случайно совершает ошибку, то Бхагаван может простить нас. А если кто-то специально не только совершает, но постоянно повторяет те же самые ошибки и оскорбления, то Бхагаван вряд ли их простит. Мы, Гаудии, мы следуем Юкта Вайраги. Мы, Гаудии, мы всегда хотим следовать Юкта Вайраги под руководством Шри Чайтаньи Махапрабху, Сваруп Госая, Рамананды, Рая, Рупы Санатаны и под руководством Мадхавинды Парипады, Джагатананды Пандита. Мы хотим развить Юкта Вайраги, Мадхавинда Парипад. Сегодня я хотел связать всю мою харикатву с парикрамой и прама-севой. И вот я хотел представить это все вам, и сейчас это зависит от вас, сможете ли вы это принять или нет. Мы следуем Мадхавинда Парипаду, мы видим этот же самый Мадхавинда Парипад, кто не принимал ничего ни от кого. И вот тот же самый Мадхавинда Парипад, который никогда не просил даже молока, принимал только то, когда кто-то сам специально ему принесет молоко. Тот, кто никогда не брал ни копейки, ни от кого, никакой одежды и ничего прочего. Этот самый Мадхавинда Парипад, чтобы служить Гопалу, он принял 10 тысяч коров для служения Гопалы. Мой вопрос, как мы можем жить? А тот же самый Мадхавинда Пури, сейчас он принял 10 тысяч коров для служения Гопалу. Тот же самый Мадхавинда Парипад, он пошел за чандан, принес чандан, который стоил сотни тысяч рупий. Как он мог так делать, будучи отреченным? Но делает он все ради Гопала. Сегодня я кратко дал намек на все это.
в дальнейшем более подробное расскажу. На сегодня конец и о Юкта Вайраги и служении Мадхавидана Пурипада. Я в дальнейшем расскажу. И вот мы молимся о его милости, о милости Джагананда Пандита. И мы должны помнить эту шлоку всегда. Я никогда ее не забуду. Хе Матхура Над, Кадавалака Шехидеям, Тадалука Катарам, Дайта Брахмати Ким Кароми Ахам. Ванчакалпатрошеке Пасиндабхаджа, Патитанан Павуна Бхавишна Вьонама.